ваш тариф – это стратегический тариф, на котором завязано все. И отопление, и стоимость булки хлеба, и всего. Понимаете? И просто-напросто это, ну, вы, я не знаю, общаетесь напрямую с людьми или нет. Но накал в городе настолько высокий, да, накал серьезный, что я вам говорю, Лургас просто разберут на молекулу. Разберут, и просто-напросто люди сейчас говорят. Я пришел сам сюда, но вот придет разбирать. Пожалуйста. Люди сейчас говорят, это что я не выражаю, я просто прошу мы вас понять, будем обращаться к исполком, насколько это серьезно, чтобы было создано коммунальное предприятие. Вы понимаете? Мы должны осознавать это. Мы должны понимать, что мы в одном городе. Понимаете? И мы должны слышать друг друга. Прежде всего, слышать.